Друзья, всем привет! С вами Николай, и я рад вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня у нас будет распаковочка. Приехала ко мне посылка от моего подписчика из Германии. Прислал он мне монет евро, кучку такую небольшую, тех, которых у меня в коллекции не было, и каких-то еще повторов. Очень приятно мне было повзаимодействовать с вами, Геннадий. Геннадий, спасибо вам большое. Там монеток побольше. Я сейчас кучку достану и посмотрим, чтобы видео слишком долго не получалось. Отложу еще что-нибудь на потом. Некоторые монетки я вообще увидел впервые. В некоторых капсулах, к сожалению, чуть-чуть кусочки отломались. Но ничего страшного, я поменяю капсулы. Это вообще не проблема. Это монета 2021 года. Предпоследняя монета в серии «Федеральные земли Германии». Кстати, вышла монета 22 года на всех монетных дворах, и она есть, но, наверное, там где-то дальше в мешочке, в другой раз на нее посмотрим. Это юбилейная монета, я такую раньше не видел, но я про нее читал. Это присоединение какой-то земли к Греции. Это юбилейная монета Греции, вот такой вот грифон на ней изображен. Классно смотрится, хорошее состояние, видно, что либо она из ролла, либо вообще практически не ходила в обращение. Хотя небольшие-небольшие следы есть. Вот если сравнить вот эту вот монетку, например, видно, что походила по рукам и досталось ей гораздо больше. Насколько чище монета Греции. Супер. Пойдет ко мне в коллекцию. С удовольствием буду на нее смотреть, когда положу ее в свой альбомчик. Так, сейчас я сделаю света побольше. Нет, это слишком много. За окном слишком яркое солнце, дорогие друзья. Буду под искусственным освещением показывать. Карабинеры. Это монетка постарше. Видно, что она из обращения. Это юбилейная монета Италии. И посвящена она, судя по всему, 200-летию этой службы. Это что-то вроде, я не знаю, как правильно сказать, наверное, что-то вроде полиции. Но только это не полиция, это как дополнение к полиции. И не Росгвардия, но, в общем, какое-то силовое ведомство, которое выполняет какие-то такие полицейские функции в Италии. Мне нравится. Классно. Монетка, видно, что ходила. Я, наверное, ее отправлю в ванночку свою помыться. Может быть, какие-нибудь налеты уйдут. Друзья, кто чистит монеты, чистите монеты правильно, используйте профессиональные средства. Вот я специально покупался для монет 2 евро фирмы Маяк. Для биметаллических. Видите, прикольно, она чистит буквально там на 30-40 секунд, в зависимости от степени повреждения монеты или от степени загрязнения. Закидывайте и потом кайфуйте. Так, монета Португалии. Давайте поближе все-таки свет подвинем. Это 75 лет ООН. Вообще, это первая юбилейная монета Португалии в моей коллекции. Поэтому, Геннадий, спасибо за такую прекрасную монету. Я ее обязательно в альбомчик уложу рядом с остальными красотками. Монеты евро — это, наверное, чуть ли не единственные монеты современные, которые я решил продолжать коллекционировать. Слишком большой вклад у меня семья оказала в формирование вот этого направления в коллекции. Я не могу от него просто так отказаться. И сейчас мои родственники, которые проживают за рубежом, пытаются найти мне периодически те или иные новые монетки в коллекцию. Хотя это не так просто, как раньше, потому что, знаете, раньше спокойно можно было получать эти юбилейки на сдачу. Элементарно. Сейчас же нет, дорогие друзья. Сейчас они просто так из банков в обращение не уходят. Их разбирают, забирают роллы 2-евровые, либо просто забирают мешки те, у кого связи получше. В общем, до народа эти монеты в том объеме, что прежде, не доходят. К сожалению, это реалии современной нумизматики, народ зарабатывает деньги. Ну, правда, у нас, кстати, на российском рынке есть несколько порядочных очень продавцов с хорошими ценами, которые не продают там больше одной монеты в одни руки, чтобы как бы всем хватило. Я в свое время, кстати, покупал у одного из таких продавцов. Я покупал у Sales 007 на мешке. Это монета Словении 2020 года. Телефон мне пишет, что перегрелся. Не знаю, лежал на подоконнике. Видимо, реально перегрелся. С
останавливать видео, поэтому, наверное, я сейчас закончу. А остальные монетки посмотрим во втором, в третьем видео про евро, если там хватит объема. Вот это юбилейная монета Словении. Но я точно не помню, какому событию она посвящена. Вижу даты с 520 года по 2020, то есть юбилей-то крутецкий, в 1500 лет. Но, по-моему, это посвящено какому-то событию, знаете, то ли какому-то автору словаря, то ли какому-то человеку, который сильно язык толкал, потому что много надписей и на одном языке, и на другом, что-то с лингвистикой, короче, связано. Но могу ошибаться, дорогие друзья. Я помню, читал про эту монету, но давно, давно я про нее читал. Вот такие дела, дорогие друзья. Геннадий, еще раз большое вам спасибо. Дай бог здоровья вам, вашей семье. Берегите там себя. Спасибо вам за монетки. Я порадовался от души. Еще мне эту посылку, на самом деле, Геннадий прислал еще в феврале, но потом я делал большую паузу в связи с известными событиями, сторонником которых я не являюсь, дорогие друзья. И сейчас я вновь на это дело посмотрел, мне прям душу порадовало. В общем, посмотрим на остальные монетки в другой раз. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.